Итак, с вами Чечетов Максим. Сегодня мы отправляемся к нашей отвертке. Ящеричная змея. Покажем ее реакцию на прикосновение. Вот сидит себе спокойненько. Никакой агрессии. Спокойная змейка. Но посмотрим, что произойдет, если поднести к ней руку. О! Реакция вполне. Нервничает немножко. Давайте все-таки к ней прикоснемся. А ну-ка, змеюка, отвлекись немножко, давай сюда. Очень резкая змейка. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Как она шипит, а? Сейчас укусит. Какая нервная змейка. Тихо-тихо, сюда не выползаем. Обратно, обратно. Вот такая вот реакция. Трындец, конечно. Ладно, хватит. Как видим, змейка очень добродушная, но немножко нервная.